В ходе своего визита глава комитета Государственной Думы по охране здоровья Бадма Башманкаев осмотрел Курский медуниверситет и недавно открывшуюся университетскую клинику. Российский хирург ознакомился с возможностями статусного учебного учреждения и пообщался с будущими коллегами. Уроки не по учебникам, а прямо у коек пациентов. Практический подход – отличительная черта российского медицинского образования. КГМУ успешно ее реализует. Студенты получают важные профессиональные навыки сразу во время учебы. Оттачивают мастерство до совершенства, чтобы помочь спасти каждую жизнь. Это будут большие профессионалы, которые учатся, не отходя от пациентской палаты, от помните, было такое выражение «книга больной, больной книга». Вот сейчас я напрямую это увидел, где ребята с офтальмологическим оборудованием могут увидеть сразу на своем большом лекторском экране те самые патологии, которыми нужно сталкиваться потом, когда они будут работать в специальности. Тут есть малая хирургия шикарная, тут есть малая ортопедия, малая травматология. Университетская клиника открылась 9 февраля. Для обучения студентов здесь оборудованы 16 аудиторий и собственная внушительная библиотека. Пространство впечатлило российского хирурга. Он отметил, что сегодня одна из главных задач медицинской науки – подготовить не просто специалистов, а профессионалов с широким кругозором. Все здесь готово для того, чтобы молодой человек, если он решил искренне заниматься медициной, у него нет вариантов стать плохим врачом. А когда его еще окружают вот такие стены, а вот здесь я сейчас скажу, что я впечатлен, шокирован и тотально раздавлен, потому что я такого не видел еще. Я думаю, может мне и детей перевести на обучение сюда, потому что ну, вот здесь человек получает многогранное развитие как личность.